без покоя. А ветер все снился и снился, трепал до утра полотна из ненастоящего времени. Ветер огромный такой, непрекаянный, волнами трав раскачивал мир и уже опрокинул бы этим. Но мир просыпался и все расставлял по местам. От стен или мебели до пробуждения сновидца вносил тишину и заботливо тут же листал назад, оставляя как раз на вчерашней странице. Ты можешь открыть на привычные вещи глаза, в обветренных чувствах сверять закорючки обоев, а ветер не спал, не спадая, присутствует за подсмотренным, но не ему посвященным покоем. Два слова для интересующихся. Завтра будет мастер-класс по стихосложению. Кому интересно, приходите.